праздничные мероприятия, посвященные проведению в Мозыре областных дожинок, продлятся в течение 3 дней – 25, 26 и 27 сентября. В пятницу, 25, будет ограничено движение транспорта на площади Ленина. Традиционно будут перекрыты подъезды к площади в районе паба «Пивная пробка», с площади Горького от перекрестка и с Примостовой в районе магазина «Природа». Самые масштабные гуляния намечены на субботу, 26 сентября. В этот день масштабнее будут и ограничения движения транспорта в центре. К тем дорогам, которые перекрывают традиционно, добавятся другие. Перекроют участок проезжей части по улице Советской, начиная от подъема на улице Чапаева в районе ЖБИ до канализационно-насосной станции. В районе пивзавода для проезда транспорта оставят одну полосу. 26 сентября в субботу невозможно будет проехать на площадь Ленина из улиц Саета и Пушкина. Подъезд с этих направлений также будет перекрыт. Закрытой для движения будет и улица Ленинская. Пост автоинспекторы выставят также на Комсомольской возле военкомата. В воскресенье 27 сентября некоторые ограничения снимут, но площадь Ленина по-прежнему будет пешеходной. Подъезды к ней останутся перекрытыми, как и 25 числа. Заграждения выставят в районе пивной пробки, магазина «Природа» и на площади Горького от перекрестка.